Нового директора главе региона представил первый вице-президент, первый заместитель генерального директора ООО «Компания корпоративного управления концерн «Тракторные заводы» Альберт Баков. Он отметил, что Алексей Клюжев имеет хороший опыт работы в сфере машиностроения, так как продолжительное время возглавлял Назаровский машиностроительный завод в Красноярском крае и тракторную компанию ВГТЗ в Волгограде. Вы, наверное, знаете, он работал до этого в Красноярске, он, конечно, не... С Урала, но из Сибири. Красноярец. Красноярец, да. Вот, соответственно, работал в Волгограде. Производство знает от и до. И БМД, и БМП. Я думаю, что тут не будет проблем. Алексей Кокорин обсудил с Александром Клюжевым перспективы развития предприятия. На сегодняшний день производственные мощности Курганмашзавода полностью загружены. В 2015 году предприятие стало обеспечивать воздушно-десантные войска России модернизированными боевыми машинами БМД-4М и БТР-МДМ. Они будут представлены 9 мая на параде 70-летия Победы, который пройдет в Москве на Красной площади. Также Курганмашзавод представит на юбилейном параде свою новую разработку БМП «Курганец-25». Помимо гособоронзаказа, предприятие заключило ряд контрактов с иностранными заказчиками. Алексей Кокорин в беседе с Александром Клюжевым также поднял вопросы дефицита квалифицированных кадров в отрасли и роста заработной платы, акцентировав внимание на том, что предприятие должно быть социально ориентированным. Часто самое главное – это заработная плата. В советские-то времена была грамота и там какая-то еще чего-то. Сейчас же самое главное – зарплата. Елена Швецова, Светлана Епифанова, Александр Бутаков. Информационное агентство «Курган.ру».